Будущие стражи порядка познакомились с особенностями работы огнеборцев. Юноши и девушки из класса подшефного областному управлению Росгвардии побывали в одной из пожарных частей. На экскурсии узнали, чем оснащена специализированная автомобильная техника, как используют оборудование и снаряжение спасатели при тушении возгораний. Сотрудники регионального управления Росгвардии взяли шество над двумя классами в 7-й биробиджанской школе. Каждый месяц проводят занятия по пожарной безопасности. Обучают правильно обращаться с огнетушителем. Тесно контактируем с МЧС, то есть также проводим, это не первое занятие, в этой области, я имею в виду посвященное празднованию Венца пожарной охраны, это первое занятие, а так мы проводили занятия и в честь Дня огнетушителя, других ведомственных праздников, вот 30 апреля планируем еще провести занятия, День пожарной охраны посвященное, если получится, 17 апреля День советской пожарной охраны.